В Одесі відзначили День Збройних сил України. На Алеї Слави відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу. У церемонії взяли участь депутати, військовослужбовці, духовенство та громада. Социальная программа, которая у нас сегодня существует в городе, они, наверное, самые такие масштабные в Украине. Оказывается, всяческая помощь материальная ветеранам войны, участникам боевых действий, участникам АТО. Действительно, последние годы уделяется большое внимание и уделяется из бюджета страны, ну, достаточно большие деньги на вооружение, на то, чтобы поддержать нашу армию и чтобы наши военнослужащие были материально защищены, то есть они получали достойную зарплату, они были обеспечены жильем, то есть полный социальный пакет должен быть. Сейчас в армию возвращаются те офицеры, которые бездумно были уволены в 7, 8, 9 до 12 года, увольнялись и сокращались. Это праздник не только для военных, это праздник для всей страны, потому что женщины, дети, все имеют отношение к армии, потому что вдовы, которые остались от военного ТО, требуют нашего внимания. О том, что родители военного ТО тоже требуют нашего внимания. Не только сами воины, но и те люди, которые помогают и всегда будут сопровождать нашу армию и поддерживать ее в ее начинаниях.